Привет, друзья! Последние месяцы российский производитель дорожной техники компания DST Урал показывает постоянно новую технику, предназначенную для армии. Очередная его новая разработка – дистанционно управляемая тяжелая гусеничная универсальная платформа ПГУ-15. Платформа способна перевозить грузы массой до 15 тонн по дорогам и бездорожью. Высказывается предположение, что можно разместить и оружие. Но об этом и технических подробностях производитель не сообщает. На платформе есть крепление для грузов и контейнеров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.